Подключение камеры АВТ-6800. Первым делом мы подаем питание 12 вольт, ну, желательно там 2 ампера, можно полтора. Подключаем питание, ждем, ну, минуту-две, камера начнет раздавать Wi-Fi. Подключаем смартфон к точке доступа к камеры. Будет она обозначаться IP-кам и какой-то там номер. Каждая камера свой будет. Пароль от этой точки доступа 01234567. Здесь я уже подключался, потому что по этому телефону у меня сохранилось. Ждем сообщения от смартфона о том, что эта точка доступа не дает доступ к интернету. Подтверждаем, что мы будем использовать именно эту точку доступа. Дальше открываем приложение CamHi. Нажимаем кнопочку «Добавить камеру». Следующая кнопочка «LAN-поиск». Камера автоматически находится. Нажимаем на нее, ставим галочку. Все, камера добавлена. Здесь предлагает установить часовой пояс. Это, ну, желательно сделать, чтобы потом проще искать записи. Я сейчас этого делать не буду. Вы сами можете это сделать. Дальше. При первом подключении она предложит изменить пароль. Без изменения пароля вы ничего, доступ не получите. Поэтому это нужно делать. Нужно одну большую букву и цифры. Повторяем два раза. Сохраняем новый пароль. Все, камера дает нам доступ. Дальше. Чтобы подключить к внешней сети, нажимаем кнопочку «Настройки», Wi-Fi настройки, Wi-Fi менеджер. Он ищет близлежащие сети интернет. Наша АВТ, мы ее выбираем. Вводим от нее пароль. Нажимаем «Применить». Ждем, пока камера подключится к внешнему Wi-Fi. Ну, в среднем это около минуты, наверное, занимает. Все, камера онлайн. Здесь мы вообще выключаем Wi-Fi для проверки. Ждем. Вот, все, она переключилась. Все, камера в сети, все в порядке. Ну, здесь можно будет просматривать видео, когда вы установите карту памяти. Здесь онлайн просмотр. Чтобы установить карту памяти, нужно, ну, понятно, что питание нужно отключить. Открутить три винта на задней стороне камеры. Здесь будет помощка, но придется ее срывать. По-другому карточку туда не установить. Ничего страшного. Открываем. Здесь мы видим слот под карту памяти. Производителем заявлено максимальный объем карты памяти 128 гигабайт. Устанавливаете карту памяти, собираете все в обратном порядке, подаете питание. Проходите в приложение, желательно ее там через приложение отформатировать.